Это вот отдельные домишки. Цена их, я не знаю, сколько цена. Почему-то я думала, что это дешево. А мой муж говорит, нет такого понятия дешево в Ванкувере. Мы сделали небольшой ремонт в одной комнате, не во всем доме, только в одной комнате, в бедрум, в спальной. И сейчас едем искать некоторые элементы декорации, потому что у меня сейчас новый проект, передекорировать немножечко и освежить нашу бедрум, нашу спальную комнату. И попутно сейчас из окна, вы видите, я вам показываю районы, которые прилегают к нашему району. Вот по правой стороне вы видите апартменты, это вот небольшие домики, слева вы видите здание апартментов, то есть квартирок, возможно, рентовые. Вот так вот выглядит в выходной день наш район, который удален от Ванкувера. Справа это церковь, туннель. Этот туннель, кстати, проходит под рекой, под нашей огромной рекой. Итак, мы сегодня проедем по нескольким магазинам. Кому интересно посмотреть трендовые вещички для дома, разного рода декорации, оставайтесь с нами. Наверху этого туннеля проходит река Фрейзер-Рива, которую вам показывала, которую мы проезжали. Этот туннель думают заменить и сделать вместо него мост через реку, which will cost, что будет стоить миллионы долларов. И, наверное, этот проект уже сейчас заморозили. The project has been frozen, right? Yeah, some don't support. They say that they do it because political advantages and businesses is not the best solution. Mm-hmm. And it's a lot of discussion. Mm-hmm. Много дискуссий проходит на эту тему. They want better to build like common transport, not like a SkyTrain. Это вот мы кое-что выбрали сейчас предварительно, и потом решим, что же нам оставить, что сдать. Такая вот лампа. Цена у нее 69 долларов. Со скидкой до этого она была 200 долларов. 200 долларов. Вот такой вот. Такая подушка. Мне кажется, нормальная. Зеркальная мебель все еще популярна, хотя она очень-очень непрактичная. Зеркальная мебель очень дорогая, и довести такую мебель до дома, не разбив, очень сложно. I don't like this pillow. This is much better. Вот такого типа прикроватные тумбочки. Неплохо. Упс, ой, really? Вот такая мебель очень популярна сейчас, rustic style. Всего лишь 500 долларов, а была 700. Ого! И цена. А вот еще одна модель в Rustic Style. Rustic Reduced. 1000 баксов. С серебряными и яблоками. Очень дешевые принты. Можно, кстати, украсить неплохо. У кого кто на бюджете, очень неплохо повесить вот несколько таких, они немного отличаются, в то же время они одинаковые по гамме. Я только декорации посмотрю. Окей. Клиренс. Приветики, ребята.
Мы находимся в Икее. Видите, у нас флешки. Окей, Линга кончился. У нас сегодня солнечный яркий день в Ванкувере. И смотрите, как у нас здесь все реновейшн сделали. Окей. О, are you here? И мы взяли сегодня классный чизкейк и, конечно же, fish and chips и мой любимый медальончик. Я обожаю такие, я не знаю почему, еще это напоминает мне столовые в школьные времена. Yep. Are you hungry? Absolutely. Let me put your... А, окей. Прям как в All Inclusive. Oh. Очень заботливый муж. Very nice husband. Мужчина на меня смотрит так, проходящий. Смотрите, как здесь здорово сделали баки. Мой муж спит уже. Продолжение All inclusive, все включено, включая сон. Смотрите, все такое зелененькое, красочное.